Кабинет министров дал положительное заключение на проект закона, который предусматривает отмену празднования Дня Победы 9 мая. Взамен праздник планируют переименовать в День памяти и примирения и отмечать его 8 мая. Соответствующей инициативой выступила правящая партия «Действие Солидарность». Однако, согласно исследованию «Интеллект Групп», 67% граждан Молдовы воспринимают предложение правящей партии отрицательно, и только лишь 12% готовы эту идею поддержать. Президент Атенции Дмитр Авизул Гуверну купривирила проекту Деледжи. Представляю вашему вниманию отзыв правительства на законопроект, предусматривающий изменения в Трудовом кодексе и решение правительства в отношении Дней памяти, праздничных дней и дней отдыха в Республике Молдова. Проект предусматривает освящение 8 мая как Дня памяти, примирения и памяти павших во Второй мировой войне. Правительство рассмотрело законопроект и выражает поддержку. В качестве логического продолжения предлагаем авторам взять в расчет предложение и изменения Трудового кодекса, а также изменения в законе о ветеранах и законе о фонде поддержки населения. В свою очередь, Башканга Гаузи Ирина Влах предложила правительству дать отрицательную оценку этому проекту и обвинила депутатов ПАС в незнании истории. 78 лет назад мы праздновали День Победы. Я думаю, что и ваши родители праздновали. Я не понимаю, почему ПАС решила изменить нашу историю. У нас много проблем в социальной, экономической и энергетической сферах. Вы должны решать эти проблемы, а не менять историю. У нас есть много специалистов в Министерстве образования и Академии, которые могут предоставить информацию для депутатов ПАС, которые имели плохие оценки в школе и не учили нашу историю. Если у нас было 9 мая, у нас должно остаться 9 мая как День Победы. Предлагаю дать отрицательное заключение на эту инициативу. Несмотря на предложение Ирины Влах, правительство одобрила эту инициативу. Стоит отметить, что по данным опроса социологической компании «Интеллект Групп», более 60% жителей Молдовы однозначно негативно относятся к намерению властей отменить празднование Дня Победы 9 мая. Готовы ее поддержать чуть более 12% опрошенных. Депутаты ПАС, в свою очередь, объясняют свое решение тем, что Молдове якобы необходим переход к неидеологическому осмыслению и восприятию исторических данных, связанных со Второй мировой войной.